Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 9 на странице 44 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Таня начертила две прямые линии. На одной прямой она отметила 3 точки, на другой 5 точек. Всего было отмечено 7 точек. Как она это сделала? Итак, начертим две прямые линии. Но эти линии у нас будут пересекаться. Теперь мы будем ставить точки. На одной линии мы поставим 3 точки. Причем одна из точек будет находиться на пересечении двух прямых, а на другой линии мы поставим 5 точек. 2, это у нас будет 30, 4 и 5. И всего у нас получилось 7 точек. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте комментарии под видео.